У российских патриотов очередная зрада. Белорусский диктатор Александр Лукашенко внезапно разоткровенничался и крепко подставил Путина. Лукашенко рассказал, как весной 2022 года, когда сразу после начала вторжения Россия и Украина вели мирные переговоры, Кремль был готов подписать с Украиной договор, по которому признавал Крым территорией Украины, но при этом получал его в аренду. Таким образом, Путин фактически признавал, что Крым – это не Россия, хотя ранее многократно утверждал, что Крым навеки вернулся в родную гавань, и вопрос Крыма никогда ни на каких переговорах обсуждаться вообще не будет. В Стамбул от одного диктатора к другому полетели. Путин мне передает документ, который парафирован был делегациями этими руководством. Нормальный, даже по Крыму, аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на Востоке, нормальный договор. Белорусский диктатор, видимо, рассчитывал таким высказыванием продемонстрировать вероломство и несговорчивость Зеленского. Но эффект получился ровно противоположным. Дело в том, что в Украине вообще все высказывания Лукашенко и Путина давно уже воспринимают как какие-то голоса из дурдома, и на это просто никто не обращает внимания. Но вот в России признание Лукашенко вызвали настоящую бурю. Ведь российским патриотам очень долго напаривали и втирали, что Крым – это неотъемлемая часть России, Крым в России навсегда, вопрос Крыма обсуждаться больше не будет, а теперь оказывается, что еще как будет. И Путин даже признал Крым чужой территорией, которую Россия лишь берет в аренду. Услышав об этом, например, рассерженный патриот Игорь Гиркин пришел буквально в ярости, тут же обвинил Путина в государственной измене. Если верить Лукашенко, в марте прошлого года в Стамбуле российская делегация совершила государственную измену, не просто поставив под сомнение территориальную целостность Российской Федерации, но и прямо на нее покусившись. И почему-то я в данном вопросе вполне верю Лукашенко. Александр Рыгорыч то ли решил нагадить в карман дорогому московскому другу в ответ на какое-нибудь требование, ведущее к сокращению белорусской незалежности, то ли просто очередной раз проявил глубочайший ум и сообразительность ему свойственные. Уже не важно. Факт в том, что он фактически раскрыл факт покушения на государственную измену высшими чиновниками РФ, совершенное с ведома президента РФ. То есть официально воссоединенные с Россией Крым и Севастополь должны были, согласно предварительно согласованному документу, лишиться статуса субъектов РФ и стать объектом межгосударственных переговоров сроком на 15 лет. Видимо, Владимир Владимирович предполагает отойти от высшей власти до 2037 года, а после хоть потоп, написал Гиркин в своем телеграм-канале. И основная мысль здесь действительно любопытна. Выходит, что Путин захватывает украинские территории не для того, чтобы возродить империю или вернуть какие-то исконно российские земли, а просто банально для того, чтобы удержаться у власти. И что с этими территориями будет дальше, после того, как Путин уйдет? Путину абсолютно фиолетово, ведь его тогда уже не будет. То есть все вот эти разговоры про возрождение величия, там собирание исконных земель, возвращение территорий, это все просто байки для недалеких российских шовинистов, в которые Путин сам не верит и использует их только для того, чтобы еще немножко подольше подержаться за свое кресло. Неудивительно, что от осознания таких вещей у российских патриотов натурально бомбануло. Возмутился не только Гиркин, другие его соратники по клубу рассерженных патриотов тоже стали возмущаться. Например, Владимир Грубник написал, что Лукашенко таким заявлением специально подставляет Путина и подает сигнал Западу, что он готов Путина и Россию слить. Это либо троллинг 80 уровня, либо открытое торпедирование истеблишмента РФ со стороны Лукашенко. Я вот не отрицаю, что уровень изумительности переговорщиков от истеблишмента РФ был таков, что они и вопросы аренды Крыма могли на полном серьезе подымать. Но тут другое. Естественно, Лукашенко понимает, что он делает этим своим заявлением. Естественно, он понимает, какие последствия имеют такие заявления. Естественно, то, что это сказано не сразу, а лишь спустя время, наводит лишь на одну мысль, что сейчас поменялось что-то, что это заявление нужно, можно сделать. Собственно, это был вопрос времени, когда Александр
Григорьевич начнет просчитывать варианты отступления и наводить мосты с партнерами, пишет Грубник. В общем, российские патриоты заподозрили, что Лукашенко, видя и понимая, что режим Путина стремительно движется к коллапсу, решил Путина понемногу сливать. Версия эта, конечно, интересная, но главным образом сказанное Лукашенко подтверждает, что российское руководство отлично осознает, что захваченные территории Украины – это не Россия, это чужие территории, которые, конечно же, России никто просто так не отдаст, и российское руководство готово от этих территорий отказываться на каких-то условиях, обсуждать их возврат, пусть не сейчас, пусть потом. Но, в общем-то, тут все понятно. Россия понимает, что она схватила чужое, и Россия осознает четко разницу между, собственно, территорией России законной и вот этими захваченными территориями. Соответственно, понятна и тактика Украины, которая понимает, что эти территории Россия там готова вернуть, и Украина будет, конечно, до последнего неуступчиво за них биться и будет добиваться возвращения этих территорий до тех пор, пока они, собственно, не будут возвращены. Подпишитесь на канал, друзья, обязательно поставьте комментарий или лайк, так видео получит больше охват, и, соответственно, больше людей его увидят, и, может, и в России кто-то увидит правду, на самом деле, о том, что происходит, и даже сделает какие-то выводы. Пошел! А он еще и ловушка. Его сбили. Смотри, что есть. Прямо... Сбитые над российскими городами вертолеты и самолеты. Взорванная нефтебаза, которую невозможно потушить. Мама, неосторожно. Пропагандисты, сбежавшие из Москвы и скитающиеся по монастырям. Я записываю эти слова в Троицко-Сергиевой лавре. В том самом месте, где находятся мощи Сергия Радонежского. И вражеские танки под Москвой. Все по плану. А там как получится. Именно таким стало начало смуты и гражданской войны в России. Привет, я Арсен Цымбалюк, ведущий 24-го канала и авторского блога под названием «Разбор помета». И сегодня мы разбираем, что же произошло с Россией во время вооруженного восстания и что будет с ней дальше. Ставьте лайк этому видео и пишите комментарии, если хотите, чтобы империя разрушилась как можно скорее. Ну, и давайте начинать! Итак, Пригожин почти ни с того ни с сего начал вооруженный мятеж. В принципе, все понимали, что рано или поздно жаба начнет запрыгивать на гадюку. Но кто же мог подумать, что это произойдет настолько дерзко и настолько стремительно? У Пригожина и его вооруженных уголовников было время до 1 июля для того, чтобы либо подписать контракт с так называемым Минобороны России, либо сложить оружие. Министерство обороны сейчас заключает контракты со всеми желающими продолжить службу в зоне специальной военной операции. Но только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Пригожин решил идти ва-банк. Говорю сразу, даже после общения с самыми топовыми политологами и аналитиками мне не удалось выяснить, кто еще мог стоять рядом с Пригожиным, либо за Пригожиным, и кто мог вдохновить его на оседлание вот настолько блатной козы. В чем я точно уверен, это не американцы и не представители западных стран. Потому что они, как показала их реакция, наоборот, панически боятся любой нестабильности в России. Они поотменяли свои загранпоездки и вторые сутки отходят от стресса. Версия, которую я готов допустить, это то, что Пригожина мог вдохновить на все руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Во всяком случае, все то, что делал Пригожин аж до позднего вечера 24 числа, ну просто невероятно выгодно Украине. Да и потом, не мог же Буданов действительно просто так, без повода, сменить стрижку? Дам сигнал, когда начинать. Какой? Ты поймешь. Как? Ну и наиболее правдоподобная версия – это все рука Москвы. Но, конечно, не рука Путина. Путину нет никакого смысла зарывать себя в землю по ребра.
Вместе с Пригожиным могли действовать представители путинских элит, которые давно наелись, наворовали на 15 поколений вперед, надежно спрятали все свои богатства и, наконец, решили покончить с этим неадекватным дедом. Уж слишком нервной из-за Путина получается их старость. И вот кто же это? Я пока что сказать не берусь. Впрочем, это и значение особого сейчас не имеет. Вокруг Путина несколько примерно одинаковых по влиянию и структуре олигархических силовых кланов. И очень скоро тот из них, который является мятежным, снова себя проявит. А вот и я! Впрочем, я не утверждаю, что за Пригожиным обязательно кто-то стоял в самом начале мятежа. То, что он без боя смог взять российские города-миллионники и продвигаться по территории великой державы со скоростью 100 км в час, даже не снимая танков с лафетов тягачей, это не обязательно говорит именно о договорнике наверху, но это точно говорит о страхе на местах. Тысячи российских военных, наслушавшихся аудиосообщений Пригожина, расступались перед вагнеровцами. Сели в лес, дорогие гости. Практически все российские военные, встречавшиеся на пути вагнеровцев, изменили присяги и в нормальном государстве должны были бы сесть в тюрьму на много лет. Но в России этого, конечно же, не произойдет. Потому что других военных брать негде. Новые будут еще более перепуганные. И вот тут российское государство находится в настоящем цугцванге. Какое бы решение ни было принято, станет только хуже. Ну, например, если наказать тех, кто сдал штаб Южного военного округа, то новое руководство нужно будет либо искать на фронте и выдергивать оттуда, а это десятки офицеров, которые и так в страшном дефиците. Либо вообще назначать каких-то курсантов, только что окончивших училище и умеющих воевать разве что в компьютерной игре Dota 2. Если же никого за произошедшее не наказывать, получится, что российская присяга – это пустое место, и каждый, кто не хочет защищать эту власть, может этого не делать. А в перспективе это означает и массовое дезертирство с фронта, и неготовность силовиков разгонять протесты в городах, и тотальную незащищенность российских государственных институтов, таких как Кремль, Госдума, местные администрации, ну и, конечно же, многострадальный Белый дом. Караул устал. Я предлагаю закрыть заседание и разойтись по домам. Но это только малая часть проблем, которые теперь начались у российской власти. Самое страшное для Путина – это то, что он больше никто. Как говорит Андрей Андреевич Пиантковский. Опущенный пахан уже не пахан. Но в этой ситуации Путин уже не может быть опущенным паханом, просто потому что уже на момент начала мятежа он и так был ранее опущен, развязав войну против Украины, которую позорнейше проигрывает. Так что в мире ЧВК «Вагнер» Путин — это изначально был петух. А когда через несколько часов после начала восстания он еще и позорно бежал из Москвы, так его уже и гребнем-то не назовешь. Это просто тот, кого нужно ликвидировать. Именно поэтому вооруженные зэки, услышав, что Пригожин пошел с Путиным на договорняк, сильно разозлились. Здорово, Были Викторович. А что там говорят по слухам, то, что ты куда-то слился, пацанам всем прогнал. Видишь, что МЗ за тебя был готов горой идти. И не только что МЗ, и твои пацаны. А ты куда-то срулил. Нас тут командиры уже, ну, как-то гнобят, гасят. Так вообще не делается, когда люди друг с другом двигаются, они двигаются ровничком, а ты, получается, больше тебя никак назвать нельзя. Если это не так, то покажи свое мужицкое. Мы в тебе уверены. Ну и конечно же, я уверен, что всех вас чуть ли не больше всего сейчас интересует ответ на вопрос, а как вообще стало возможным, что Путин с Пригожиным после всего этого договорились между собой, пускай и при посредничестве костюмированного жука?
Что такого Путин пообещал Пригожину, а Пригожин Путину? Что это вообще стало возможным? Почему было не взять Москву, если ты был уже на подступах к ней, если ты прошел 1000 километров, не встречая никакого сопротивления? Согласен, это интересно, но в то же время, опять-таки, это и не так важно. Во-первых, что бы они друг другу ни пообещали, скорее всего, в ближайшее время кто-то нарушит эти договоренности, и мы обо всем узнаем. А во-вторых, в этой ситуации важно не то, как она формально закончилась 24 числа, а то, какие процессы она запустила и к чему все придет в итоге. Давайте пройдемся по основным результатам мятежа. Авторитет Владимира Путина равен авторитету Януковича. Он – моль без палочки. Даже те, кто до конца его поддерживал, в итоге не понимают, как можно было договориться с уголовником, который за сутки одной только российской авиатехники уничтожил примерно на 100 миллионов долларов. По обновленным данным, «Вагнера» под Воронежем сбили не Ил-18, а Ил-22. На борту было 10 человек. Когда Пригожина уже в штабе Южного военного округа спросили, зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал: «А, ПВОшник в колонне, все взлетающее сбивал». Пригожин согласился выплатить 50 миллионов компенсацию родным погибших летчиков. У меня нет слов. Авторитет Пригожина сначала взлетел до небес, когда он почти взял Москву, а в итоге рухнул из-за пока непонятного и кажущимся совсем неадекватным решения просто развернуться и вернуть все как было. Авторитет вооруженных сил России упал еще ниже того плинтуса, под которым находился. Российская армия оказалась неспособна не только брать города. Кто вдруг забыл, я напомню, что они не захватили ни единого города за целый год. Ну а теперь еще и выяснилось, что они не способны защитить свои же российские города. Я вот сейчас посмотрел, как росгвардейцы собираются оборонять выезды со стороны в сторону Каширы. Господи, да их один вагнеровец, даже не снайпер, автоматчик, целый взвод перебьет, не стратив двух магазинов. Просто, может быть, даже одного не стратив. Они ничего не умеют, они совершенно не обучены. Ну о чем можно говорить, если российские военные сдали без боя штаб Южного военного округа? Один из ключевых объектов вообще в стране. Дальше только Генштаб и Кремль. Ну и, как вы понимаете, эти здания после успешного марша на Москву были бы сданы еще быстрее, чем штаб в Ростове. Генералы еще и нарядили бы Коношенкова в кокошник и заставили у входа встречать новых господ с красивой улыбкой и караваем. Если дашь чего, будешь целая. Дальше. Десятки тысяч вооруженных уголовников, хорошо вооруженных уголовников, почти дошедших до Москвы, уже видели себя в Кремле. Они нафантазировали, как они вываливают ноги на стол Путина. Как они сморкаются о дорогие занавески в Кремле. Как они фотографируются на украденные смартфоны на фоне тел Ленина и Шойгу. И тут такое. Разворачиваемся на 180, прощаемся с Пригожиным, подчиняемся Министерству обороны и воюем себе, как ни в чем не бывало, плечом к плечу с российскими же военными, которых только недавно насиловали и пытали. Нет. Они уж лучше теперь по гражданке. Бабки есть, теперь можно и покутить. Такой, знаете, бордельеро. Но бабки у такого контингента, как правило, водятся недолго. Уже скоро их придется снова добывать. Ну и инструменты, конечно, тоже будут. Вряд ли вагнеровцы кинутся и сдадут все свое оружие Министерству обороны. Так что можно только догадываться, чем в тылу будут заниматься демобилизированные вагнеровцы. Но даже не поэтому вооруженный мятеж стоит считать именно началом гражданской войны в России. А потому что там, в России, не осталось людей, которые реально во что-то верят. После событий 24 числа абсолютно все социальные группы россиян живут с ощущением, что их
Ну, к этому, конечно, россиянам не привыкать. Но раньше, после катаклизмов, хоть кто-то оставался в выигрыше. Теперь же и нацисты-путинцы, и нацисты-пригожинцы, и безмолвное большинство чувствуют себя обманутыми и обиженными. Очень многие открыто вписались за Пригожина и теперь фактически оказываются в подполье. Те же, кто вписался за Путина, пережили такой страх и такой ужас, что вагнеровцы теперь будут сниться им в ночных кошмарах. Никто никому не доверяет. Никто ни в кого не верит. И самое главное, никто больше не верит в российское государство. Все поняли, что это пустышка, у которой нет ни единой настоящей идеи, ни вообще каких-либо причин к существованию в этом виде. Ну о чем можно говорить, когда защищать Москву от русских приперлись кадыровцы? Находимся в городе Коломна. Обороняем мост. Иншаллах, с помощью Всевышнего Аллаха, кто бы они ни были, кем бы они ни были, мы этих предателей, изменников Родины, и выполним любую нам поставленную задачу. Короче, миф о том, что российское государство сильно хотя бы внутри, был развеян как прах всего лишь за несколько часов. Эта идея превратилась в радиоактивный пепел, если хотите. От этого удара Россия уже не оправится. Но для полного краха она должна потерпеть еще одно поражение, получить еще один мощный удар. Теперь уже на поле боя. Оккупанты должны снова бежать, как это было после наступления на Харьковщине и Херсонщине. И чтобы они бежали быстрее, силам обороны Украины нужна наша помощь. Давайте задонатим вот по этому QR-коду, либо по ссылке в описании. И задонатим столько, сколько не жалко, чтобы россияне снова убегали. В конце концов, то, что произошло в России, не стало бы возможным, если бы не защитники и защитницы Украины. Поэтому давайте их отблагодарим по максимуму. Ну и, конечно, ставьте лайк этому видео и делитесь своим мнением о гражданской войне в России в комментариях. Правду должно узнать как можно больше людей. Помните об этом. Подписывайтесь на YouTube-канал 24-го и на меня в социальных сетях. Ставьте колокольчики, чтобы не пропустить следующие выпуски разбора помета. До встречи в следующих выпусках. Слава Украине!